Друзья, всем привет! Сегодня 4 декабря 2022 года. Сегодня я расскажу, как утеплить септик Диамант своими руками. Все очень просто. Используем обыкновенный утеплитель толщиной 3 сантиметра. Это утеплитель Пеноплекс. Он, значит, длиной у нас 1,20 м, шириной 60 сантиметров и толщиной, друзья, 3 сантиметра. Просто берем вот так вот. Накладываем. Сейчас смотрите, как, друзья, делается. Очень быстро и легко. Держи. Один нажимает просто на него, чтобы остались у нас отметки. Давай. И вот таким макаром просто можно просто нажать и все. И она все равно останется. Все равно она останется. Вы можете использовать еще толще утеплитель. Допустим, есть 5 сантиметров утеплитель толщиной. Есть даже 10 сантиметров утеплитель толщиной. Но нам здесь трешечки будет достаточно. Вот так проходим. Все, снимаем. Вот, переворачиваем. Все, отметилось? Там можно просто рукой нажать, она и отметит сразу. Вот так вот, друзья. У нас есть отметины. И теперь мы эти отметины быстренько лобзиком пилим. Если нет лобзика, друзья, можно прям любой ножовкой, даже не то что ножовкой, а можно ножиком строителем просто обрезать. Это очень легко. Ребята просто не хотят заморачиваться ножиком. Но если есть вот эта вот пилка электрическая, лобзик. А 3-сантиметровым ножом строительным режется очень хорошо. Ну вот таким макаром, сейчас смотрите, укладываем и засыпаем просто песочком и все. А вот эти вот остатки, друзья, мы их будем использовать уже сверху. Вот так, видите, как получается красиво. Вот так вот, хоп. И еще вон тот кусочек, ребята подпилят. То есть у нас безотходное производство. Значит, у нас и сам септик утеплен, и утеплены все горловины. Предварительно, значит, у нас пол работы сделал, даже 70% уложен у нас утеплитель. Сейчас мы вырезаем в горловины утеплитель оставшийся, положим и накроем крышечками, друзья, и можно засыпать. В общем, очень легко и просто это делается. Вы можете заказать это у нас, а также можете это сделать самостоятельно. Почему я этот ролик и снимаю? Как легко сделать утепление своими руками септика Диамант. Продолжаем. Так, ну вот, друзья, все уже почти, да, работа подходит к концу. Останется надеть только крышки. Вы поняли, да, систему. Значит, мы работаем без остатков. Ничего не выкидывается у нас, то есть все идет в работу. Основной утеплитель проложен, и все обрезки у нас уходят на утепление горловин. То есть все будет четко, ровно. Оставляйте заказы, заходим на наш сайт. Сайт называется тепловода.уз. Там есть форма обратной связи, все наши телефоны. Отвечаем мы сразу же. На телефоне сидит наш инженер, который вас сразу приценит. Сразу мы можем сделать к вам выезд на осмотр и назначить уже основной день монтажа септика. Монтаж мы производим в течение 6 часов, так что не беспокойтесь. Без проживания, без всего. От вас только нужна вода и электричество. На этом все. Заходим на наш Яндекс.Дзен. Там большие видосы. Все наши новости на нашем телеграм-канале. Всем пока. Не болеем.